Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Порядка 200 тысяч москвичей приняли участие в краудсорсинг-проектах. Как сообщил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко, в работу были приняты свыше 3500 людей. Ожидается, что в 2020 году число краудсорсинг-проектов в правительстве столицы будет увеличено. Отмечается, что в рамках краудсорсинг-проекта «Город спорта», который стартовал в конце декабря, участие в голосовании приняли порядка 18 тысяч человек. На данный момент отобрано 79 из 2000 людей. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы и не только читайте на сайте mymsk.online. До скорого!